Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. Давайте познакомимся с воздухоувлажнителем фирмы Polaris. Уже при первом взгляде можно сказать, что эта модель порадует тех, кто старается поддерживать единый стиль бытовых приборов. Такой дизайн отлично сочетается с большинством кондиционеров и обогревателей. А если они у вас есть, то без увлажнителя воздуха обойтись будет трудно. Особенно если вы заботитесь о здоровье кожи и о том, чтобы в доме дышалось легко. И дизайн, и управление здесь очень простые. Интуитивно понятный цифровой дисплей с сенсорными кнопками указывает почти на все возможности этого прибора. Но если вам удобно, можно пользоваться пультом, на нем все те же кнопки. Здесь три основных режима. Теплый пар подойдет для холодного времени года или тем, кто предпочитает тепло и зимой, и летом. Режим автоматического поддержания влажности в помещении годится, если не хочется постоянно выставлять настройки. Индикация на панели покажет температуру в доме, и тут же можно выставлять желаемую влажность. Встроенный увлажнитель-гигрометр будет следить за тем, чтобы количество влаги в атмосфере было на нужном уровне. И не стоит забывать об использовании такой полезной функции, как ночной режим. В этом режиме увлажнитель работает гораздо тише. Максимальная производительность этого прибора меньше половины литра воды в час. При объеме емкости для воды 6 литров прибор будет увлажнять воздух без перерыва около 15 часов. Это на самых мощных оборотах. Если вся вода испарится и ее никто не дольет, воздухоувлажнитель автоматически отключится. Из приятных, но не обязательных дополнений тут есть ионизация. Помните, как пахнет воздух после хорошей летней грозы? Это благодаря отрицательным ионам кислорода. В природе приятный и полезный для дыхательных путей воздух создают разряды молний, а тут встроенный ионизатор. В целом отмечу, что с такой моделью воздухоувлажнителя Polaris вполне можно организовать дома приятную и здоровую атмосферу. Все нужные функции у него для этого есть. На этом я прощаюсь и вместе с МВидео желаю вам уюта в доме. МВидео. Нам не все равно.